если брать Witch Doctor, остальных-то тяжеловато будет пробивать в целом. Но если этот герой на сноуболится, то почему бы и нет? Не, вообще, конечно, хорошо. Давай пока представим, кто на ком играет. MVP. Кьё забирает Сларка, Фэйби на суппорт Таски, Фарей в хардовый Дарксир, MP медовый Инвокер и Дубу на суппорт Witch Doctor. Ну и Кэнсэй Висп, товарищ Лорд Боунс будет играть у нас на товарища Виверочке. Годот будет играть у нас на Бесте, Кинзу будет играть у нас на Обливиан Деваури, Outworld Деваури, простите. Джоприл Реймос будет играть у нас на Леончике, и, конечно же, такой парень, как Дизи Драйк, будет играть у нас на Nature's Prophet. Ну что, расходятся у нас ребята по лайнам, тут вот кабанчик палит. Все передвижение прекрасно. Должен был видеть Дарксира. Вер быстренько пробежал сюда и поставил. Точнее, быстренько пробежал сюда и задетектил вардец. Да, вот они обсевич убрали. Теперь можно как-то попробовать обойти с тем же бисмастером, если он придет с кабанчиком, и можно сделать фраг. И похоже на то, что MVP не собираются устраивать дабл-линию снизу, а скорее всего нас будет ждать роуминг таск. Что хочешь сказать по приоритетам? Безусловно, лидером в этой, точнее не лидером, а фаворитом данной встречи является MVP. Там более 60% у них там винрейт по встречам вообще с этой командой. То есть там только один раз, по-моему, конце Висп выигрывали. Там была одна ничья, и все остальные игры там, как правило, выигрывали MVP. И коэффициенты соответствующие букмекеры отдают предпочтение, конечно же, MVP Феникс. Ну, я также добавлю то, что MVP Феникс в последнее время вообще выигрывает абсолютно всех, будь то свой регион, будь то Европа, когда они приезжают на LAN. И, ну, раз уж они побеждают всех, то лучше всего вот верить в них и ставить, пока они так резво сражаются. Кстати, заметьте, интересный выбор, Биста сразу отправляют в лес. Да. То есть... Ну, хорошее решение, все-таки Бист, он не может стоять против такой триплей, это Таск, ВД и Сларк, они его забирают за прокаст, и даже если стоять, стараться как-то развлекать сумончиками, ну, кабанчики слабые, то есть кабанчики в разы проигрывают тем же тринтам, которые вот бегают и гоняют того же Вич-доктора, и Вич-доктор сейчас вынужден пока что с ними махаться. Вот хороший вопрос, зачем здесь бегает Таск? То есть все понятно, то, что он, видимо, тоже хочет помочь разрубить пеньков. Вот он убил одного, но он может сделать много чего полезного. Ну да, наверное, пороумить, либо отводики, вот он чем он занимается. Это, наверное, гораздо полезнее будет. Ну что, Дарксир тем временем тут фармит знаменитую точку лоу. Тут он настакал себе и развлекается с крипами с лесными. Понимает, что ему ловить пока на лайне особо нечего. И пытается по максимуму, да, выносить левел. Причем... Довольно-таки классно фармит он, он выходит на максимальный рейндж агрокрипов, а они подходят к нему, делают максимально одну тычку и после этого убегают, и таким образом он вообще почти не получил дэмэджа. Ну, а почти третий левел. Да, он сейчас обогнал Вивера. Классный мув в исполнении фареев. Ну что, Виверочек. У Виверочка пока все прекрасно, его особо никто не накаляет, не напрягает, он здесь себе фармит и фармит. На топе тоже все прекрасно, хотя Кьё почему-то пробитый очень тут, видимо, тут разминали пенечками. Вопрос в том, будет ли реализовываться выход какого-нибудь бисмастера из леса, как вариант, куда-нибудь в мид, возможно, кабанчиками поднакалять того же инвокера, если тот зайдет слишком далеко. Но тут интересная, кстати, раскачка, инвокер кваса вексовый будет, так что с ним особо так ты не подерешься один на один, потому что, если что, уйдет. Хотя стоит центрик на всякий случай, так что можно и подцепить попробовать. Забрали сверху Фуриона. Та самая знаменитая комба. Шарик, паунс, и ты вообще отсюда никуда не убегаешь. Ну и Фуриона, наверное, стоит задуматься о том, чтобы, ну, как-то вот уже вообще не подходить к крипам, а просто довольствоваться тем, что ты получаешь на рейнже экспириенс. Все-таки пока Таск не ушел вниз, пока Таск не вышел ни разу в центр, то лучше всего судьбу не испытывать и аккуратно стоять. Причем, кстати, заметьте, очень красивый мув они сделали, поставили сентрю, разблокировали кэмп, и на нем появились очень жесткие крипы. Это теперь вообще, теперь каждый раз, когда линия заходит к Фуриону под вышку, он, ну, конечно, будет забирать часть экспы, но потом все это будет перепуливаться сюда, и крипы будут погибать моментально. Ну, кстати, у бисмастера все не так уж и плохо, спокойненько он себе фармит лес, имеется замечательный на этом Iron Talon. Вполне себе, и Виверочек особо не страдает. Где Дарксир? Вот как у Дарксира дела? У него тут появился рецепт на Soul Ring. Скорее всего, сейчас уже скоро себе его возьмет. Купил тапчик, не стал сразу рашить
себе колечко, и да, и, как мы видим, продолжает фармить вот этот вот камп. Очень удобный. Ну, пока как-то спокойненько начинается у нас игра, без особой агрессии. Вот только забрали одного фариончика, но и тот, наверное, из-за того, что загулял. А так, в целом, все фармят, никто никого не нападает. Обычно к этой минуте уже начинаются какие-нибудь мувы, смок-атаки и прочее. Хотя вот как раз-таки я хотел вспоминать об этом, и вот этот Фэби на пару с дубу идут в мид и будут, наверное, нападать на УД. Они сейчас думают, куда. И Фурион сверху дал информацию, что никого нет, и нужно 2 ура ставить аккуратно. Ну, в случае с 2 ауром все очень просто. Скорее всего, пойдут к нему, поэтому можно сесть на гору. А Таск с ВД оказались хитрее. Они подходят наверх, Сларк пушит линию, Тринты стараются выпулить крипов. И вот, можно сейчас спасти это ему жизнь. Начал с профит понимать, что не видно там двух суппортов на фле, на вражеской линии. Понимать, что где-то они должны быть. И вот тут кончился смок, выходит они в спину и не находят, конечно. Фурион, Фурион, кстати, далеко зашел. Может Сларк прыгнуть, подцепить паунсом, как вариант. Кьюо, закатывается туск на пару с Вич-доктором. Каски. Запрыгивает на Сларк, это минус Фурион. Второй раз умирает этот герой, надо поосторожнее играть, наверное, флеймеру. Но с другой стороны, он не мог это спалить никак. Ну, вообще есть фурионы, которые видят, когда пушится на них линия, и они встают, например, вот сюда. Можно встать вдвоем, учитывая то, что у Вич-доктора нет маледикта. И таким образом выводишь пенька. Пенек выходит, палит всю эту движуху. Но это такой довольно олдскульный мув, вот его делают крайне редко. Тут нужен опыт и практика. Сейчас МП пытался поднапрячь товарища Ода в миди, закинул торнадо, колдснэп, ЕМП неплохой, но в итоге там фэрифлэр проедает нас товарищ Кинзу и выживает. Ну что, а тут Лайн, кстати, запушился уже в сторону Фарео. Фарев тут под двойными щитками неплохо так фармит. Потерял таур, конечно же. И для Виверочка все неплохо, у него уже готовая ПТ-шечка имеется на руках. То есть он вполне себе уже боевая единица. Сейчас, наверное, 6-й нужно намашнить, чтобы, если что, на таймлэпсе уходить, и вообще все прекрасно будет. Да, Ленчику, в свою очередь, можно, наверное, купить смоки с бисмастером. Кстати, смоки уже есть у бисмастера, и очень скоро готовить выходы, поскольку Дарксера снизу уже не остановить и не напрячь. Он выходит, фармит вот эту точку, потом выходит в хард, пускает 2 щитка, тем самым он фармит и низ, и эту точку, и, как мы видим, по крипстату все у него замечательно. К нему при этом очень тяжело подойти, если он, конечно, сам далеко не забежит. И вот, может быть, надо попробовать убить инвокера в миде. Учитывая то, что особо... он очень вкусный. Да, тут почему бы нет, можно попробовать зайти тут. Ну, наверное, скорее всего, будут убивать уже, когда появится 6-й бисмастер, чтобы на Верочку заходить, накричать на него и забирать. Потому что так тут особо цепляторов-то и нет, как таковых, кроме Леона. Но Леон пока оберегает Виверочку на лайне. Фарев забегает далеко, Фурион пошел. Есть крутые, а топорика нет, но есть вакуум. Да, Фарев, кстати, всегда против Фуриона берет вакуум на единичку, чтобы разбивать деревья. Оно и правильно, потому что мы вчера смотрели игру прекрасно, там стоял Слардар против Фариона, и он вместо того, чтобы купить себе топорик за 200 голды, купил себе стики за 200 голды, и два раза от спротов умер просто на лайне. Казалось бы, да, почему бы и нет? Тут у нас ЕМП. Да. Смок атак, кстати, тем временем, вот как раз бисматер получает 6-й. Сейчас вопрос, кого будут кричать. Нужно кричать, наверное, на Вич-доктора, но нет, накричали на МП. МП, кстати, очень плотный, успеют ли его забрать, должны, да, хватит тут урона. Прилетает Туск, закатился в ответочку по товарищу Леончику, но нужно бежать с пруты. И Туск умирает, минус 2. В исполнении команды Кенса Висп. Отличная атака. Да, прекрасный выход. Он слышал то, о чем мы и говорили, теперь подходит сюда Фурион. Фуриончик такие разменчики любит, когда умирает кто-то под вышкой. В этот момент прилетаешь, вызываешь пеньков, и один Вич-доктор вряд ли сможет это засейвить. При этом прекрасно летит птица вот на ход, будет смотреть, куда же пролетит инвокер. Ну, если он захочет зайти на Т1. И... Кстати, ТП Джон делает Рел сюда. Все это видит. Ой-ой-ой, подкопали у нас неприятный инвокер. Инвокера должны второй раз сейчас забирать. Это крайне провальная драка будет для MVP, если это случится. Откидывается, конечно, торнадо, но этого маловато. Тут еще дубу подстрел, прожимает стики, пытается жить, но мана уже нет. Вот он, бешеный УД, который высасывает весь интеллект просто с руки. 28 интеллекта наворовал УД, пока дрался. Это просто нереальное количество на такой-то минуте. В итоге еще минус 2 в исполнении команды Кенса и Висп. И отличная драка, отлично играют ребята, несмотря на то, что они как бы аутсайдеры. Да, ну замечательное исполнение. Как мы видим, инвокер, конечно, подошел. Он постарался как-то дать свой проказ, но бисмастер всю эту движуху контролировал. И сейчас, ну, возможны сложности у MVP, потому что инвокер... не сноубовится. И знаешь, самое важное, что ни в одном замесе не было вивера. Вивер все это время фармил, то есть 4 парня делают ему спейс огромный, а он фармит.
Так что, ну хотя, с другой стороны, и Сларка также не было, но все же. Ну, они фармят оба, но тут я больше выступаю в пользу Сларка. Ну, Дим, потому что никто с тебе не сомневался, потому что у него есть медасик. Да-да-да, не, я, ну, фишка в том, что помимо того, что у него есть медас, он еще очень быстро фармит леса. Ну, во-первых, топорик для миличника, во-вторых, дарпакт, который позволяет тебе быстро регениться. А Вивер, он... Вот тоже, как... тоже шарит, видишь, тоже медасик себе берет. Да, нормально. Он тоже медасик себе взял, но Вивер, он немножко медленнее это фармит, поэтому, ну, Виверу лучше... выступать с позиции агрессии. Ему нужно идти, и его задача бить. Ну да, безусловно, он дамага намного больше внесет с руки, с той же за счет своей пассивки, то есть он там нереально бустится. Халявная одна атака появляется, да, согласен с тобой, безусловно. Но пока видим просто фармит АФК, ну, посмотрим, что из этого выйдет. ПТ-шечка появляется тем временем у Кьюо. Ну и Кьюо тоже пока еще особо не боится. Кьюо, естественно, будет пока набирать себе левел. Скорее всего, это 11-й, ну, желательно сразу 14-й, чтобы стаки держались дальше. И учитывая то, как сейчас хорошо все у Канса и Висп, они пока немножко лидируют, то лучше всего подождать, пока Дарксир нафармит свои ключевые арты. Тут выход на Кьюо в смоках, Леончик на пару с Бесмастером. У Бесмастера есть Роар. Ой, потратил нехорошо сейчас товарищ Даркпакт. Кьё, если сейчас он получит крик, накричали на него, но успевает прыгнуть на паунс и уходит все-таки по тауэр. Своя отличная реакция от Кьё. И в итоге он выживает на лоу хп. Ленечка первым надо пускать. Да. У Бесмастера, ну, раньше, конечно, хороший, и может он его достать, но если Сларк задрот, он всегда успеет прожать либо Дарпакт, либо паунс. Ну, вот мы видим, что его тяжело гангать. Ну что ж, неудачный выход тем временем, но в любом случае поджимают у нас Кэнса и Висп своих оппонентов, не дают им продуха, и тут, соответственно, ответная атака от MVP. Смок атака, и сейчас они вполне могут ОД принять, потому что ОД в миде один, есть тут, если что, рядышком товарищ Леончик, залетает торнадо ЕМП, колдснэп нужно давать сверху, прожимая стики, пытается жить нас Кинзу, но Кинзу, скорее всего, не отпустит, отличный подкоп от Леончика, прячет себя в астрал Кинзу, пытается жить максимально долго, тут, конечно, очень много уже героев, прилетел, хотя, с другой стороны, Виверочек начинает разминать уже больно очень товарища Вич-доктор, Вич-доктор надо хотя бы забрить, да, потеряли двоих, в свою очередь, команда Кенса и Висп, Леончика также забирает, но Виверочек сделал фраг. 2-1 размен по факту, ну, конечно, не в пользу команды Кэнса и Висп. Потеряли они все-таки ОД. Прекрасные смоки. Разменялись MVP и легкое преимущество за ними. Заработали 800 голды. И, наверное, самое время какую-то ответочку для того же Бесмастера начать делать. Бесмастер как-то у нас приостановился. То есть у него есть Рор, и он теперь решил дофармить свои некра. А в его случае нужно прям идти и, ну, желательно по кулдауну кому-то этот рот давать, чтобы появлялось пространство. Ну да, безусловно. Но, как мы видим, остался только на топе одна Т1 вышечка. Наверное, стоит ее пойти забрать, чем сейчас, скорее всего, КНС Виз будет заниматься. Так как Бисмастер перетягивается как раз-таки туда. Вопрос в том, будут ли MVP драться за этот тавр или будут размениваться. Да, видимо, что будет размен у нас с таврами. Потому что они подтягиваются уже по боту на Т1. Тут тележка есть, которая бьет. Ну и пошли. Пошел Бесмастер наверх. Есть пассивочка, есть кабаны. Стараются они спровоцировать MVP на замес, но MVP еще не готовы. MVP нужна мека. Мека от Дарксира. У Дарксира пока что есть хайдрезочка и щиток. Ему останется еще... Нужно еще 250 голды, и после этого он сможет хорошенько проводить замес. И MVP пошли в слитпуш. Ну да, скорее всего, сразу на Т2 бы. Тут в миде тем временем Дубу поставил агрессивный вар такой, чтобы видеть передвижение ОД. Тут рядышком есть, если что, инвокер, да. И, видимо, хотят еще по миду забрать Т1. А ребята из КНС и Висп сразу на Т2 выходят. Тут очень много крепочков. Все это больно очень бьет по таврама. Глик, кстати, есть, если что. Прожимает его у нас команда MVP. Наверное, стоит отойти. Отойти и перегруппироваться. Хотя, с другой стороны, есть хавки, которые должны палить все передвижение. Да, вот стоят в лесу. Вражеском, и должно быть все видно. Ну, под вышечкой можно посражаться. Кстати, мека уже готова. И теперь у MVP есть шанс. В конце Висп сейчас все это сделал, запалили. И, ну, как вариант отойти? Все-таки, если брать вот столкновение лоб в лоб, то я не знаю, как они будут бороться против меки и двух хаймшеллов на Сларке и Дарксире. Шансы, ну, малые. Возможно, хотя есть какой-то план. Но хотят хотя бы тавра, видимо, забрать и отступить. Потому что некров призвали, всех призвали. Начинает уже верочек бить. Закидывать с ворумами. Разгоняет тут MVP. Ну и вот один крип пришел с Эйншеллом, и просто давайте и все, драться. И, да, прогнал. И прогнал всю пачку крипов.
При этом Бисмастер завязал свои некра, некров у него сейчас... Кьюо прыгает прям Хес в лицо, сразу получает подкоп, отличный проюзал ультимейт Кьюо, отличная стяжка от Дарксира, должны забирать моментально здесь товарища. Леон успевает шваркнуть на лоу хп, своим ультимейтом забирает у нас инвокера, также потеряли Дарксира. Палка расстреливает очень больно по Фуриону, также убивает ОД, Фурион в спрутах делает ТП, даблкил делает у нас Бисмастер, забрали также у нас товарища. Инвокер и должен Туск умирать. Туск? Нет. Туск! Сларк. Тычка! Сларк. Нет. Умирает. Умирает Туск. А где Сларк? Сларк бежит за Вивером. Вивер без маны. Кьюо его нашел. Кьюо да, также убил. Не отпускает. 3 в 4 в итоге размен. Отличная драка для от команды C в конце Висп. Конечно, если бы еще не потеряли свой майнкерри, вообще было шикарно. Но в любом случае они, наверное, улыбаются. Сейчас мы посмотрим по рекапу, да. Все-таки по голде они выиграли здесь. И по XP также преимущество на их стороне. Ну, драка не очень удачно началась. С одной стороны, можно сказать, что Кьюо, конечно же, хорошо ворвался и правильно синициировал замес, но с другой стороны, очень далеко находились все члены MVP. То есть, ну, его догнать успел разве что Дарксир, который дал очень хороший вакуум и стеночку по троим, но остальные герои подойти не успели, ну и в итоге Канцы и Висп выжили. Ну, Кьюо прыгнул прямо моментально, Хекс получил от Леона инста, причем, хоть он и поражал Дарпакт, но в итоге этого не спасло. И опять, смог атака от MVP, не перестают отпускать свое давление команда MVP, хотят постоянно драться, оно и понятно, сейчас они уже вполне боеспособны. При таком наличии айтемов, ну и что, заходит во вражескую территорию, тут есть хавки, которые сейчас могут все это дело, нет, не спалят, конечно. Хотя вот покоцал его, помигали на хавка, да, понимая, что его сняли половину хп, он шил, а Айн шил, мы должны понимать, что где-то там кто-то есть в инвизе, возможно. Причем Бисмастер помигал. Занимает защитную позицию, да, самое время подождать, пока кто-нибудь появится на карте. Появляться на карте пошел Кьюо, кстати, он уже выдвинулся на Вивера, и атака не удалась, нужно отступать. Прекрасным образом Фурион отправляет пеньков, скаутит вверх, также накричали, он хочет пойти в лес. Инвокера в миде, призвали некров, но да, инвокер тут не уйдет. Вторые. Хотя, подожди, вижу, что не уже, я уже думал третий, боже мой. Вторые некра, и инвокер убежал. Ну куда же вы так врываетесь, если вы знаете, что там куба инвокера, без вижена и без ничего, вы же понимаете, что он уйдет всегда в инвиз. Как так-то? Ну вот так, и нужна вот ответочка вот, срочно. Да. Нужно наказывать. Нужно сделать ответочку. Кулдаун 70 секунд у Некро, 55 секунд на роли. И MVP могут чувствовать себя свободно на карте. Слушай, Захавков по 60 голды дают. Боже да? мой, как он ими фидит жестко. Я помню времена, когда Захавка давали... Ну, Хавка умирал с одного удара. А еще помню времена, когда у Хавка было 500 или там, по-моему, 800 хп. И его даже со скиллов было тяжело забрать. Ну, вот. Ну 60 голды — это приличная сумма так-то. Да. Но когда да. ими фидонить, это нормально так покормить своих оппонентов можно. Ну что, будут пушить Т2, я так понимаю, MVP. И, безусловно, они хотят подраться, кого-нибудь найти. Во вражеский лес можно зайти. Тут есть вижн, кстати, стоит неплохой, товарища. Тут есть птицы. Вот что самое главное, спалили всю движуху Канцы и Висп. Я так понимаю, MVP только через смоки смогут к ним подойти. И Старк пошел за Вивером. Так, Вивер агрессивный. Нужно отойти лучше, наверное. Потому что вся команда КНС и Висп далековато, так что драться как бы не особо хочется. Ну что, смока в спину будут заходить у нас КНС и Висп. Интересно. Нужно, наверное, Леончика вперед пустить. Леончик стопит кабанчик, неплохо не отпускает вперед Бисмастера. Бисмастер может найти Фэби или Дубу. Нужно, наверное, в Дубу лучше накричать было бы в итоге, потому что тут очень хороший ультимейт залетает от Фуриона. Почти на фул хп просаживает Дубу. В итоге очень битый Леон. Леон минус. Продолжается у нас погоня за Бисмастером. Бисмастер прожал у нас досты. Убивает также Бисмастер. Минус 2 в исполнении. MVP Феникс также забирает у нас товарища. Начал с профита. Подцепили Кинзу. Кинзу прячет себя в астрал, пытается жить, но кто ж тебя отпустит тут, друг? Когда тут MVP фулл составом. В итоге провальная атака от КНЦ Висп. Наверное, все же стоило как-то... На ВД? Да, все-таки сфокусировать свою атаку. То, что ВД отошел, как бы потом отхилялся, откидался. И в итоге... Ну, мне почему-то только последний килл показало в рекапе. Ну, не суть. Минус 4 делают MVP и будут заходить на Т3. Или ну, не опасно. Будут? Или не, не будут. Передумали. Отойдут. Ну, правильно. Ну, вот по этой драке что можно сказать? То, что Канцы и Висп нужно, ну, как минимум, как-то стоять разрозненно. Если они будут все в одной куче, если Туаз залетает ЕМП, Торнадо, Вакуум Дарксира, по всем летают каски, ну, если за этим рывается Сларк под Аймшеллом, то ну, мы видели минус вся команда.
Ну да, там очень быстро всю ману, всей маны лишили и Биста, и всех, кто там попал под радиус ЕМП, так что было крайне неприятно. Так что, видимо, да. Лучше ходить как-то разрозненно. С другой стороны, а. Будешь стоять разрозненно, там радиус вакуума просто нереальный, если Дарксир тебя стянет в любом случае, как ни крути. Ну, вот такие герои, как Фурион, Вивер, они не очень сильные 5 на 5. Они больше позиционируются как спидпушеры, как ассасины, которые могут кого-то вырубать, вот как инвокер пошел за Ленчиком, но отошел. И им для этого нужно просто, ну, как-то желательно вот там бить кого-то в спину. Там, например, напасть на ВД, может быть, напасть на инвокера, потому что у него тут один мидос и больше ничего. И стараться вот, ну, драться один на один. Это, ну, пока их стихия. Разводить по-другому, разводить. Сейчас пока видим то, что они особо не разводят, а идут в лобовые атаки. И в лобовых атаках, по-моему, Дарксир — это вообще самое мощное оружие, так, минуты до 25-й со своими амшелами и мекой. Слишком большой КПД. Ну что, смоки очередные покупают нас Леон. Сейчас, видимо, еще одна атака будет от команды Кенсей Висп. Видимо, это смок надежды, так скажем, потому что сейчас по нетворсу, если смотреть, Сларк очень далеко оторвался от того же Виверочка. Так что Виверочек по фарму пока отстает. И его нечем брать. Ну, можно, конечно, попробовать как-то слетить Бисмастеру, но... Это только если Сларк ошибется. Можно попробовать выйти Леончику и дать хекс, но без блинка пока все карты на руках у Сларка. И он чувствует себя прекрасно. Виверочка, интересное место нашел, где пофармить вражеский лес. Вот Дарксир. Нашел Дарксира. Можно убивать. Ой-ой-ой, с вормами закидывает, но убегает на Сурджет. Что, неужели будет погоня до конца? У Фурёнчику можно прилететь, там минус армор, минус А тут тем временем нашли у нас Леончика, Леончику очень больно, прожимает он стики, шваркнул пальцем, забирает в ответку Туска, Туск вообще ничего не смог сделать даже толком, каски прыгают, но все же погоня за Кио, хорошая торнадо ЕМП, дубу минус, минус 2 делает у нас команда Кенсей Висп, также еще забирает у нас Бисмастера, 2 в 2, пока у нас размен продолжается драга, отличная стяжка от Дарксира, стенка сверху, но слишком мало урона, слишком мало, прячет себя, Нечес Профит в спруты, его, конечно, добивать, по идее, но нет. Отпускает. 2 в 2 пока размен. Все очень битые. Также добивает у нас все-таки Нечес Профита. Не отпускает, конечно, Кио. Будет ли погоня дальше? Хорошие жуки по двоим. Инвокер ушел. И может попробовать спасти Сларка. Сларк бежит, у него есть... Ну, нет, Сларк сейчас отхиляется, все нормально. То есть в итоге 3 в 2 размен не в пользу команды Кенсей Висп. Какая отличная драка, да, казалось бы. Начиналось все с одного Леончика. Леончик на развороте моментально минусанул товарища Тускара. Прям вообще просто не прощая на лоу хп и сам умер. Ну и какие хорошие байты от MVP. Не боится Таск подставляться, ну, который раз. Фэби по-прежнему идет вперед, вызывает, ну, по-прежнему идет вперед и начинает впитывать весь прокас противника. А ВД, Айнвокер и Сларк, они вот в этой драке очень хорошо закинули все свои спилы. Что ЕМП, что касочки. Летали и убивали. Кстати, заметь, хотел отметить давно уже, в последнее время более часто выбирают вот пиком, не пиком, а сборочкой на Сларк. Это не лотарчик, не прочий айтем, а именно блинкдагер. Видимо, более мобильными хотят быть, я так понимаю. Хотя, казалось бы, ну, да? Некро 3, я думаю, лотар не так актуален. Ну, да, не, но просто многие берут, почему ты как бы уходишь в лотарчик, регенишься там, что возвращаешься, и все дела. Ну, то есть замес быстро, быстро активировать ультимейт, так скажем. Но все же все чаще и чаще берут именно этот чудесный артефакт под названием Блинкдаггер. Мобильность. Ну и да. Скилл. Почему нет? Это стопроцентная гарантия того, что ты ворвешься. Это я, это обычно у меня такой Сларк. Я, знаешь, я не уверенный в себе Сларк, я чтобы на верочку попадать. То есть я прыгаю сначала с блика, потом уже с паунсом запрыгиваю в упор. Вот так вот. Примерно. Ну что, давайте посмотрим по графикам, как дела обстоят. А по графикам все очень плохо, потому что по опыту уже более 7500 преимуществ за MVP. Ну, по голде еще не так критично, уже за 4500 перевалило, так что, ну, наверное, набирают обороты. Ну, на месте Кансевист можно попробовать погангать. У них есть Леон, есть Бисмастер. Ну вот они чем и занимаются. Да, именно ганг, да, ганг, то есть не 5 на 5, а может быть где-нибудь там Фурёнчик одну линию пушит, Вивер другую. MVP разделяется, и в этот момент вы кого-то начинаете убивать. Вот надо попробовать. Но MVP это прекрасно читают, они разделяться не собираются. Все команды выехали за Кьо, и похоже на то, что попробуют забузить Рошана. Ничего себе. Быстро убьют, очень быстро да, убьют. Там очень много урона, понятное дело. И не, вот. Не прочекали это дело никак MVP, вот сейчас открывая Vision, не видят они ничего. Вот видели, вот только сейчас спалили всю эту движуху. Понимая, что там все. Рошанчика-то уже нет. Фурёнчик улетел.
ОД в инвизе. Кьё пошел. Кьё цепляет бисмастера неплохо. Ультимейт нужно прожимать и убивать быстро. Быстро забрить нужно бисмастера. Умирает все-таки. Бисмастер у нас просто с руки добивает его товарищ инвокер. И без бисмастера уже не подраться. Рора нет, ничего нет. Нужно ждать. Аккуратно бегают с ОД. Ой-ой-ой. Да, Фурион знает то, что ребята уже выехали наверх. Надо его ловить. И вот как-то вот, конечно, стараются спидпушить концы и виз. Стараются они как-то, ну, не драться 5 на 5. Ох, отличная его... стяжка от Дарксира. Просто не прощает товарища Фуриона. Просто прям мегапикселем на краешке достал и прям стянул. Говорит, куда ты, дружане, мы с тобой не договорили. Да, стараются они как-то вот постараться поспидпушить, но Сларк их ловит. Сейчас вот посмотрю, какой у нее МС. У Сларка почти 500 МС с одним ПТ. При этом у него есть блинк, он моментально стягивается. То в центр, то наверх, то вниз, то куда-то еще. И такое чувство, что канцы и висп зажаты и вообще не могут никуда пойти. Но еще Дарксир не будем забывать, который тоже с блинком, и который отлично работает вакуум, как мы видели уже не раз. Он отличные стяжки от него, пока меньше троих человек я не видел, чтобы он стянул. Ну, именно в замесе 5 на 5. То есть прекрасно падает. Т1 у нас на топе тем временем для команды MVP Феникс. Очередной тауэр в копилочку. И что, падают по миду? Нужно, наверное, выбить Аегис. Было бы неплохо. Тут видеть должны были спалить передвижение. Они сейчас могут подраться. Сларк слишком силен. У него БКБ, 16 тысяч творца. И Вивер, у которого пока мало артефактов, это меда слинка, он не может его пробить с руки. Ой-ой-ой, Курьера там забрили тем временем. Неприятно кричали на Форео. Форео должны быстро минусовать. Нет ману у Форео. Форео просто убегает. Тут время, тем временем продолжается занять. Бисмастера забрали. Забирают также Дарксира. Один в один размен. Забрали также инвокера. Палка Вич-доктора почти полностью раскастовалась, но Вич-доктор минус. Тут просто Кьё просто нарезает, бегает. Леон минус. Минус 3 делает у нас команда. Кенсей висп. Леончик, отпустят ли Кьё? Вот в чем вопрос. Кьё прыгает паунсами. Зацепил отличные шарды от товарища Фэби. Откидывается. Ну что, должен уходить. Блинк в откате. Если что, прячет его в астрал. Ну что же ты не юзал? Там блинк был в откате. Почему Сларк не прыгнул? Я не понимаю. Вот только сейчас он паунсами уходит. Там он просто на блинке же мог уйти вниз. Почему? Я прям специально за ним ошибочка. Смотрел. Не, прям специально ошибочка. Смотрел, у него как раз был блинк без КД, без ничего. То есть он мог уходить до того, как его астрал спрятали. И в итоге 2 в 4 размен, не самая лучшая драка для... А, 2 в 3, простите, размен. 2... Очень хорошая реакция от БМа. Он успел. Ну, ворвался Дарксир довольно-таки нагло, видимо, опять хотел стянуть всех, но в это время его остановили. И он, по-моему, вообще ничего не сделал в этом замесе. Ну да, мы видим, после этой драки графики моментально шатнулись в сторону КНС и Висп, то есть отыграли они приличное количество денег и экспы. Начинает пушить вовсю, самое главное, что потеряли только один Аегис, а, ну да, 4 в 4, если с Аегисом считать, я что-то момент не упустил немножко. Вот не хватает реплеев порой, да, когда там драка на две части делится, чтобы потом пересмотреть, как драка прошла. Ну, для этого, как бы, люди, которые смотрят замес, они могут потом и сами посмотреть. Вот. Ну и также в будущем я ожидаю, что многие вот студии будут делать хайлайтс, как некоторые уже. Хотелось бы. Периодически запускают, да, чтобы можно было глянуть. Пока вот замес прошел для КВС хорошо, КСВ хорошо, но это только потому, что ошибся Дарксир. И в их случае нужно, ну вот, стараться как-то начинать вот любой замес с рора бисмастера. Это то, что сейчас сверху произошло. Виверочек тем временем себе уже нафармил практически готовый изолятор. Вот он появляется как раз таки. И пауза ставится у нас от бисмастера. Секундочку просит. Возможно, какие-то проблемы. Я пока проверю, как у нас с трансляцией. Все нормально, слава богу. Ну что, по графикам. Не, пауза поставил. Я не могу графики посмотреть, Дим. Ровно. Все ровно, да? Да, все по нулям. Напомню, что в начале игры, вот мы когда прогнозировали, ну, по крайней мере, я подчеркивал то, что MVP, скорее всего, будут давить, потому что у них, ну, ярко выраженный один кор. Квасвекс инвокер, конечно, силен, но больше такой кастер, он пока вносит не так много урона. В то время как у КСВ у них очень много кэрри. Там кэрри Вивер, кэрри ОД, кэрри Фурион, который может в любой момент одеться и бить больно с руки. И вот нужно им время. Время для них нашли. Сейчас мы видим то, что у Фуриона 3700 голды. Ну и все-таки думаю, что купится какой-то БКБ. Вслед за ним БКБ купит и Вивер, и ОД. И вот когда они все это соберут, они будут сильны. И фактически пробивать их будет только ВД и Сларк. Ну, ВД пока первая палка, там не так много урона, как хотелось бы с ней улетает. Да, при этом пички есть, Леончик, да, Фурион, такой... можно его забрать.
Да, ВД будет тяжело здесь, конечно, эту палочку поставить. И как бы, ну, это смешно не звучало, но Канса и Висп, которые были явно аутсайдерами, Канса и Висп, про которых вообще никто не знает, и напомню, у них три замены в составе, они держатся на равных. Ну да, что, отжимается у нас пауза. Да, безусловно, они в определенный момент игры просели, но вот эти вот камбэки именно в замесах, они просто нереально камбэкнулись. И по графикам все видно, да, что все в нулях. Да. Ну, для MVP, видимо, осталось продолжать играть 4 плюс 1. Слар, который охотится, и в это время мы вчетвером давим другие линии. Смок-атака. И жмут смоки. Смок-атака от MVP. Но вопрос в том, найдут ли они кого-нибудь. Они очень могут сейчас найти к товарища ОД, это будет крайне неприятно, но нет. Выбирают немножко не то направление, что неужели пойдут на одного Вивера? Вивер уже все прочекал, летает просто на ТП. Ну, похоже на то, что они собираются просто вот завардить верхнюю часть. Поскольку снизу они вот побегали, никого не нашли. Хотя, я считаю, просто что до конца не добежали. Могли чуть дальше пойти найти ОД. И побежали искать сверху. Сверху, ну, тоже никого нет, потому что по счастливой случайности КС вошли в свой лес пятером. Ну да, такое. Удачи. Нужно, наверное, блинк-даггер какой-нибудь выфармливать товарищу Бисмастер, чтобы самому как-то инициировать, быстренько вырубать того же Дарксира. Потому что, как мы видели, если Дарксира быстро сбрить, то у MVP начинаются проблемки, потому что Дарксир ничего не дает, как правило. Да, это можно сделать. И у него ключевой айтем в виде грифсов, которые отхиливают и снимают все замедление, то есть очень полезный айтем. Так что если его сбрить, то это крайне полезно. Кьо. Прыгает на верочках, Хекс моментально в лесо, прыгает на Леончика, Леончик откидывается, накричали на Кьо, боже мой, какая агрессия от Кьо. КБ бы поражал бы. Ну, вообще бы, да, был, спрятали тем временем у нас еще товарища. Тут у нас был Дубу, но Дубу моментально склеился, понятное дело. Минус 2. Финанул. Нет, тут финанул Кьо, Дубу побежал его спасать. Я говорю про Кьо, он просто пошел один, в пятерых, напал на Леона, Леон дал ему Хекс, он был вынужден поражать Дарпакта, после Дарпакта у него залетел стан. Почему он не прожал БКБ, я не знаю. Ну, это, знаешь, такой режим широкой спины активирован у Сларка. То есть, а что они мне сделают? И пошел драться. Да. Собственно, за что и был наказан. Так, ну, время как-то попробовать заспитить линии. И немножечко времени выиграть. Инвокер давит вверх. Стягивает наверх Вивера. Вивер вынужден защищаться. И вот сейчас снизу можно даже попробовать принять. Если... Нет, не примут. Хотя нет, хотят в атаку торнадо, видимо, просто выигрывают время, да, нужно отойти. Дэмэджа не хватит. Конечно, безусловно. Без Ларка вообще не подраться никак. Да. Без Ларка вообще, вот если Сларка нет, то, в принципе, команда не способна вообще никого убивать. Они просто как вот группа дизейбла и группа поддержки. Сларк здесь основной боец. Ну вот. И слушай, вот так вот игра идет. Канцелис начинает обороты набирать. Теперь все по нулям, и появились следующие ключевые артефакты. Да. Ну, в первую очередь, это блинк-даггер на бисмастере. Можно как-то аккуратно прыгнуть вот там под елочку и неожиданно рор дать. И то же самое касается Леона. Хекс, у товарища очень... сейчас профи. Да это крайне грязно сейчас будет. Это вот... Очень много контроля, да. Ой, блинк-даггеры у Леона, теперь нереальную контр-инициацию можно делать команде КНЦ Висп, то есть моментально сбривать кого-либо, то ни было, вообще любого, до того даже, как он успеет прожать БКБ. Ну вот сейчас было бы отправить, ну вот Фурион уже отправили наверх, он начинает спидпушить, и в это время здорово было бы самим смоки нажать, чтобы этих блинк-даггеров не ожидали. Так, Леончик с Бисмастером вот пока думают, кого с собой взять. Берут ОД. Может быть, ТПшится Виви, который стоит сверху. Но он не торопится. Атос собрал себе тем временем Обливиан Девауэр. Аутворд его же все равно Обливиан за как ни крути. Пугна. Простите меня, близы. Ничего не могу с собой поделать. Ну что, будет ли атака какая-то от Кьо? Кьо просто бегает на пофиге, опять же в то же место заходит, где его в прошлый раз убили. Видимо, первый раз его ничему в жизни не научил, что одному лучше не бегать. Ну, в итоге. Кстати, купил себе муншард Кьо. Лучший артефакт на Сларка. Забрали Леона снизу. Леон один. Кстати, в этот раз молодец. БКБ прожал. Решил не рисковать. Даже несмотря на то, что убивает Леона. И можно кого-то ловить. А теперь, кстати, и могут Кьо поймать, так как БКБ-то нет. Ну, Леона тоже нет. В принципе, ну, тут да. 50 на 50. При этом есть у Хекс. Него есть ульта. У него есть ульта. Идет Сигил. Всех видно. Видно Кьо. Алакрити. Ой, накричали у нас на Кьо, но Кьо уходит. Все-таки успевает Тарпак там скинуть.
прекрасные каски да. по всем. В итоге они, короче, нейтрализированы. Нет Рора Бестмастера, и Кио готов догонять. Фурион оказывается каким-то образом первым. Его можно сейчас быстрее... Ой, стяжка хорошая по двоим, но нет какого-то продолжения. Не подцепили также Фуриона, но просто его затыкать должны с руки. Но там прячет в астрал неплохо товарищ Кинзу. Нарезает просто Старк на пофиге. Отлично шваркнул у нас ОД. В итоге никого не убил. Фурион у нас минус. Тут дальше продолжает фокусить Виверочка. Виверочку нужно бежать, хотя Фарев. Будет ли продолжение какое-то? Кио просто уже пофигу по Т4 дерется с Леончиком. Леончик дает хекс на развороте. Хотел дать гнилуху, но не успевает. Также умирает. Это минус 2 в исполнении команды MVP. И это, скорее всего, минус сторона. Очень красивые замесы от Кио. Убил соло Леона. Поймал Рор Бестмастера. Задодил агрессию с Некрами, но потом на развороте догнал. И с тем же Фурионом быстро разобрался. Канс и Вис потерялись. Потерялись драки. Ну что, кстати, да, тут очередной врыв Каркая, стяжка в троих, просто невероятно, но прячет себя в астрал Кинзу, пока еще выигрывать время, тут пострял Бестмастер, Бестмастера просто сейчас будет под фатаму добивать, но нет, все-таки уходит, грызается уже у нас Кьё, Кьё просто гоняет соло всю команду КНС и Висп, и никто ему ничего не может сделать, у него уже 20 статов наворованных, а это получается по 3, 3 на 2, 60 уже ловкости наворовал, то есть все прекрасно у него. Еще Алакрити на него вешают. Боже мой, бешеный Сларк какой-то. И отличная выдержка. Решили дальше не бежать под фонтан. Опять потеряли где-то Куру у нас тем временем команда. Опять? VP? Да, уже до этого убивали у них. Вот у них сейчас хорошая выдержка. Забрали сторону, после этого отошли. Рошенчик появился, сейчас мы его запилим. Да, благо стаки на Сларке. Очень много дэмэджа нанесем. И на месте концы Висп, ну, вообще отчаиваться не стоит. То есть, казалось бы, игра была равна, счет был 0-0. И после этого, ну, всего лишь одна неудачная инициация. В принципе, с одной стороны, имея Фуриона, можно играть. Он, если что, он всегда может на ней стоять, и в это время твои 4 пацана будут где-то атакой промышлять. Но пока что концы Висп атакой не промышляет. Довольствуется лишь тем, что Леончик пошел и поставил варды на вражеский лес. И сюда уже приехал месье Вивер. О, Вивер Тараску себе выбрал. А это вместо БКБ. Не нравится. Мне тоже Тараске не очень нравится. То есть там контроля как бы хватает. Вот появился там, кстати, Хиксуля появился у нас у Дарксира. Теперь, я думаю, Вивер будет ловить это БКД в лицо. Ну, такое. Но с другой стороны, герой вроде как мобильный, если что, может убежать, там отхиляться как-то. Ну, не, вообще вещь, конечно, хороша в хозяйстве, но не против Сларка. Со Сларком желательно какой-то дэмэдж взять, чтобы забрать его за рор. Если типа Сларк убежит отхилиться и Вивер убежит отхилиться, то у Сларка будут статы, и после этого он завершит начатое. И сомневаюсь в том, что Сларк, ну, Вивер пойдет первым танковать. Ну что, у нас прыгает Кио в очередной раз на Кинзу, прячет себя в астрал, Сларк прожал БКБ, накричали на Сларка, боже мой, как его катит просто, на развороте влетает туз по Кинзу, Кинзу просто с руки разваливать начинает, но не хватает урона, Кинзу минус, забрил ее Кио, продолжение будет ли какое-то, Вич Доктор тут отхиливает всех палочкой, неплохо, стенку поставили хорошую, Кио просто уже на пофиге, неважно сколько там людей, забирает также Бестмастер, минус, палка неплохая, Вич Доктор расстреливает, также тут пострел Леончик, Леончика забирает, байбек от Бестмастера, будет ли продолжение какое-то. Напомню, что Рора-то уже нету без мастера, и как драться непонятно. Сларк. Сларка сейвит. Оу. Отлично. Туск просто MVP. Как же он его засейвил. Еще он выхилился. Еще Сларк не потерял Аегис до сих пор. Боже мой. Это минус 3. Там байбек был от Бестмастера, по сути. Да, сейчас будет мана. Отличная инициация Кьо. Он вообще не боится, ну, того, что здесь Т2 вышка, Т3, далеко находился Вивер, и можно нападать. Девауэр поставился, и, я думаю, Девауэр теперь понял, что если на него нападает Сларк, то ему, он вообще никуда не сможет убежать. И MVP прекрасно работают по нужным героям. Ну что, как падает это, у нас, да, все победа вот, Т1, понятное дело, тут, ну, сейчас резница Девауэр, но как драться, непонятно, потому что мы видели прекрасно, что Девауэр, даже несмотря на наличие Вивер. БКБ, он не ощущает. Вивер, где танкуй? У тебя Тараска, давай, у тебя 2500 хп, ты самый толстый в своей команде. У тебя есть ульта, которая даст тебе вторую жизнь. Давай, Вивер, иди танкуй за своих. Ну, он кинул, ой, накричали тут на Форео. Форео надо сбрить, да, сбрили Форео, хорошо. Сбрили также у нас неплохо Туска, но потеряли Леончика. Кьё-то кто будет убивать? Убили вы оффлейнера и саппорта, ладно, неплохо, но... Продолжение ли будет какое-нибудь? БКБ от Кьё, Кьё выгрызается у нас товарища Кинзу. Кинзу прячет себя в астрал. Сейчас вернется, Кьё. Кио подцепил у нас Виверочка. Забривайте время попутно у нас, товарищ, на час профита. И все. Вивер бежит.
Идет дальше на инвокера. Инвокер отступил. Кьюл продолжает лупить крипов. Ну да, вот бегают туда-сюда. И мы видим, что MVP, в принципе, вообще игнорирует Вивера. Они понимают, что очень тяжело его забрать. И просто забирают тонких персонажей. Там Фуриончика, Леончика, ОД. Что один, что второй очень быстро начинает падать. Ну и я думаю, делают все правильно. Ну, ты, мы прекрасно видели, что Кьюл бежит вроде бы за Вивером. Вивер уходит Шикучи. Ну ладно, говорит, раз ты ушел, я пока Фуриончика забрею, пока ты там выйдешь за эти 2 секунды. Так что у Кьюла все нереально. У него 7300 на руках. Он уже съел Муншарт. Он сейчас себе может позволить, может быть, какую-нибудь там бабочку, да, вот сразу одним кликом купить. Что-то он там себе уже купил, там ему летит. Да, нет, подожди. Башерочек выбирает себе все-таки Кьюла. Ой, тут погоня за инвокером была, но как по мне, это уже погоня превратилась в избиение. Накричали на инвокер, хотят его добрить, но в итоге не хватает урона. Кьюо выгрызся в бесмастер, бесмастер минус. Только сейчас убивает Фриона, очень битый Леончик здесь. Продолжает каски прыгать, забирает тем временем попутно. ОД, какая стеночка ставится, забрали все-таки Леончика. Минус 3 в исполнении MVP, байбек у нас делает товарищ инвокер. Также забрали Вич-доктора, но Вич-доктор тоже сразу делает байбек. И понимают ребята из MVP, что сейчас самое время давить и заканчивать эту игру. Что у нас по байбекам? Нет, ничего. Байбеков нет. Ну, да, байбеков нет. Печалька. Просто нет защиты против Сларка. Прыгает один во всех. Ну, конечно, может туда спрятать себя, и тогда, казалось бы, окей, он засейвил, но он остается в том же месте. Появляется, там летает палка УД, определенный рассказ, Таз кидает на тебя варлспанч, и начинается драка. Ой-ой-ой, прыгает в очередной раз на УД, УД. Должен отправляться в таверну, прячь себя, выиграет время. Неплохо, подхил у нас хороший от Дарксира. Метеор пошел сверху, шваркнул ОД, в итоге никого не убивает. Забрали нас без мастера, забрали нас Леончика, минус ОД. Байбеков нету, тут у нас вгрызается Сларк просто на пофиге в одного Виверочка. Виверочка контролит просто дико, сейчас у него ничего не будет. Надо ему дать хекс, да, хекс получает. Временем попутно забирает еще Nature's Profit, и ГГ у нас пишет команда Can't Say Wisp. И заметь, как грамотно играли MVP. Как только Вивер купил Тараску, они его игнорировали, ну, все замесы. Даже, они просто игнорировали его, да. Ну, там что-то бегает с дезолятором, Мидасом кого-то бьет, но... По дему же Сларк определенно выигрывал и очень грамотно реагирует, ну, на, да, любые артефакты. Ну что, поздравляем MVP с первой победой. Напоминаю, что формат данной встречи Best of 3, Single Elimination, то есть проигравший этой пары выпадает из этого турнира. Но мы увидимся на второй карте после небольшой рекламно-музыкальной паузы. Никуда не переключайтесь, впереди самое интересное.